Мы продолжаем цикл лекций по концепции общественной безопасности «Мертвая вода». И сейчас приступаем к рассмотрению вопроса об реальном устройстве нашего общества. Мы уже с вами говорили о том, что мы живем в королевстве кривых зеркал. Одно из кривых зеркал – то, что нас пугают всякими измами, там, социализмами, демократизмами, монархизмами, правовыми обществами, гражданскими и так далее. На самом деле мы как жили, так и живем в глобальной невольничьей цивилизации. Просто когда-то рабовладельцы древности поняли, лучший раб – это тот раб, который даже не понимает, что он раб, а наслаждается своими цепями. И вот то древнее рабовладельческое общество, когда было в глубокой древности, оно совершенствовалось, модифицировалось, но содержательная сторона, она оставалась, то есть природа его оставалась прежней. И сейчас, значит, оно подошло к логическому своему концу. И об этом тоже у нас пойдет речь вот в этой сейчас лекции. Значит, рассмотрим систему толпоэлитаризма, или то, что мы называем толпоэлитарное общество, вот это рабовладельческое. Начнем мы с рассмотрения вопроса о классификации труда людей. Вот еще одно кривое зеркало, то, что нам говорят, что труд делится на умственный и физический. Это ложь. Причем откровенный, даже вот задумайтесь, простой вопрос задам. Разве плотник, который ставит сруб, работник физического труда, он что, головой что ли не думает, как там поставить стены, куда там, как крышу? То есть это обманка самая настоящая. И вот на самом деле труд делится на управленческий и производительный. Как это происходило? Рассматриваем. Вот человек – единственный биологический вид на Земле, который забирает из природы готовый продукт и забирает сырье из природы для производства продукта. Ну, то есть мы из природы забираем что там? Ягоды, грибы, еще что-то. И сырье забираем – лес, уголь, железо и так далее – для производства продуктов. И вот второй момент – забирание сырья стало сейчас основным в деятельности человека. Развитие производства привело к возникновению общественного объединения труда, а не разделения, как нам говорят. Значит, для того, чтобы произвести какой-то продукт, все занимаются в этом общественном объединении труда для производства чего-то конкретного. И главное в этом социальном явлении – профессионализм, то есть выполнение своих специализированных видов деятельности в общем для всех деле. Сейчас вот труд, то, что я сказал изначально, делит на умственный и физический. Это ложь, это неверно. Изначально труд подразделяется на производительный и управленческий. А про управленческий нам вообще никто ничего не говорит. Почему? Если труд производительный можно померить, токарь вытащил деталь, померил штангелем, ага, получай денежку, брак, извини. А как померить труд управленческий, если его и нет даже, а есть некий умственный труд? Вот это все сделано умышленно. Такое разделение труда на производительный и управленческий в ходе глобального исторического процесса, который мы с вами рассмотрели уже, носило естественный характер. И граница разделения происходило по отношению к знаниям. То есть вот берем древнее первобытное общество, то, что мы из истории знаем. Значит, община выделяла из своей среды людей, которые выделялись какими-то способностями. Ну, например, человек мог лечить людей, там, предсказывать погоду и так далее. Поэтому все уходили за мамонтами на охоту, а ему говорили: Иван Иванович, ты останься тут, вот, присмотри за больными и так далее. Значит, это приводило к чему? Такие люди высвобождались от необходимости добывать хлеб насущный, а у них появлялось больше времени для приобретения знаний. То есть, образно говоря, такой Иван Иванович мог, перевязав раны подорожником, лечь, запрокинув голову в небо и смотреть, как звезды перемещаются, как чего меняется, как солнце откуда всходит, заходит и так далее. То есть у него появлялось свободное время для приобретения различных знаний. А дальше что? Инстинкты родительской любви и самосохранения
привели к клановому замыканию. То есть такие Иван Ивановичи свои знания передавали своим детишкам. То есть там все охотились за мамонтами, грибы, там коренья собирали. А вот эти люди, обладая знаниями, значит, они их хранили, герметизировали, передавали по наследству. Ну, то, что мы знаем, шаманы, сын шамана, там, который в бубен бил. Вот. Они, так сказать, инстинкты родительской любви, как же, сынок мой, все, вот, я ему это передам, а этим ничего не скажу. То есть, вот я буду этими знаниями владеть. Все это приводило к формированию элиты. То есть, элита общества, в кавычках. Обладающие монополией на доступ к знаниям. Всех, кто не принадлежал к элите, сама элита считала чернью, быдлом, толпа. И так формировалось две взаимно вложенные пирамиды. Вот здесь структура общества, в котором мы живем, а это знания, наоборот, сейчас мы рассмотрим. Если их наложить, то вот было такое соотношение. Структура общества и знания. Вот на следующей картиночке. Если мы возьмем однодолларовую купюру, вот она перед вами, да, то на ней вот на одной из сторон видна вот такая пирамида. Более детально она вот на этой картинке видна. Значит, смотрите, вот пирамида, вершина у нее отсечена, здесь нарисован масонский глаз, в лучах она вся сияет. И внизу по латыни написано «Novus Ordo Seclorum», что в переводе на русский означает «новый мировой порядок». Вот эта пирамида является олицетворением того реального строя, в котором мы живем. Так, значит, вот сейчас это древнее жречество, о котором мы говорили, о древнем Египте, оно деградировало, сокрыв от людей истинное представление о устройстве мироздания, оно впало в сатанизм и превратилось в знахарство. Жречество от знахарства отличается тем, что жрецы имеют связь с Богом, с надмирной реальностью, имеют возможность прогнозировать будущее, а знахарство, они только обладают некими технологиями решения частных вопросов. Фактически, они ближе вот сюда относятся, нежели к жреческим функциям. Поэтому вот у этого псевдожречества у них есть определенные целостные знания, элита обладает фактологическими знаниями, а толпа – фрагментарные знания. Поэтому с точки зрения того, что мы с вами рассмотрели о восприятии окружающего мира, получается, что наверху у них мозаичное восприятие мира, то есть целостное. Элите формируют калейдоскоп в головах, то есть, значит, каждый честно делает свое дело. А толпа, у нее дырки от бублика, крепче за баранку держи, шофер. Поэтому вот оно, древнее рабовладельческое общество, оно выглядит наверху рабовладельцы, внизу, пониже, надсмотрщики, элита, и еще внизу рабы. Вот вам этот строй на однодолларовой купюре, он изображен. Значит, если говорить вот о религиях, и мы у них уже рассматривали о взглядах Библии, там Коран, то смотрите, что получается. Вот соотношение иудаизма и псевдохристианства. Этим богоизбранным в еврейской Торе говорится, что «и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». А нам, вот псевдохристианство, потому что учение Христа было изолгано, значит, что внушают? Человек, счастья на земле нет, счастье там, в раю, на небе. Поэтому, если ты, раб Божий, будешь себя хорошо вести, слушаться своих хозяев, вся власть от Бога, то там, на небе, ты будешь счастлив. Поэтому смысл жизни, возвращайтесь к предыдущей лекции, цель существования человека, его предназначение в этом мире какое? И что нам говорят Библии, священные якобы Писания? Смирись, кайся. Значит, и только на небе будет счастье. Значит, и когда спрашивают батюшку, а когда же счастье на земле-то будет? А это, милые, когда будет страшный суд. А когда он будет, батюшка? А это, сынок, никто не знает. То есть, фактически, вот то псевдохристианство, оно говорит, что счастья на земле нет и быть не может.
и назначение человека в этой жизни – молиться, каяться, и только там, после смерти, он будет счастлив. Представьте, какая хитрость. При этом мы не отрицаем всех тех нравственных идеалов, которые несет подлинное христианство и подлинное учение Христа, но они извратили суть. Поэтому у нас фактически антихристова церковь имени Иисуса Христа. То есть там от учения Иисуса Христа мало чего осталось. И если говорить вот об этой части, то у нас есть четыре Евангелия. Евангелие в переводе на русский означает «благая весть». И у нас есть благая весть от Марка, Матвея, Иоанна, Луки. А мы говорим, а где благая весть от самого Иисуса Христа-то? Оказывается, есть. Значит, она всего этих 65 апокрифов, так называемых, значит, наследий тех, кто слышал Иисуса Христа. Но те, кто правили, вот эти вот, они выбрали то, что им надо, подделали под свои интересы и, так сказать, вот формировали это поддержание толпы элитарной модели. А есть учение Иисуса Христа, только одно находится в Ватикане, а другое в Вене, в библиотеке Габсбургов, одно на древнеарамейском, значит, языке. Мы достали эти вещи, перевели, и можно сравнить, вот почитайте, в библиотеке концептуальных знаний у нас это есть. Значит, поэтому вот через эту тополитарную модель соотношение религии, иудаизма, богоизбранные, а здесь рабской психологии, ударили по правой, подставь левую и так далее. Поэтому мировое устройство, вот первоначально, оно выглядит как сейчас, с точки зрения вот глобальной политики, о которой мы говорили в вводной лекции. Вот есть эта мировая мафия, условно говоря, по нашей терминологии, глобальный предиктор, значит, международные финансовые корпорации, клановых финансовых семей. И есть вот эти безголовые мавзолеи, страна X, страна Y там, и так далее, страна Z. Каждой стране своя задача в новом мировом порядке. Испания – мировой курорт, значит, Япония – высокие технологии, Соединенные Штаты – мировой полицейский, Россия – сыредобывающий комплекс. Каждой стране задачи. Но это мы уже с вами рассматривали вот во вводной лекции. Дальше идем. Характерные черты вот толполитарной модели, такой, о которой мы говорим, в чем? Дело в том, что существует разница в общественной значимости труда. Вот труд управленца, он общественно значим уже при жизни современников. А труд производителя может быть признан и оценен через десятилетия, даже столетия. То есть, вот представьте, скульптор создал скульптуру. Его продукт, он произвел продукт информационный, скульптуру. Соотечественники ходят, да, говорят, какая-то неинтересная тут, все. А потом через 100-200 лет начинают восхищаться. Вот какой он. А другой председатель колхоза, например. Жизнь людей зависит от того, как он управляет. Значит, ходит ли автобус до города, значит, обновляется ли техника, в детском саду есть отопление или нет и так далее. Газ провели к селу или не провели. То есть труд управленца, он общественно значим уже при жизни этих людей. А труд производительный, он может его быть признан и оценен через длительное время. Но отсюда, естественно, и выводы соответствующие. Значит, в оплате труда и так далее. То есть люди, значит, они зависят. То есть наша жизнь, зарплата, пенсии там и так далее зависят не от того, как мы работаем, а от того, как нами управляют. Разница в способностях заменить друг друга. Вот я уже говорил вам, рассказывал о Чубайсе с Черномырдином. То есть, если отправить всю эту элиту на лес повал, то что, они быстро научатся пилить лес двуручной пилой «Дружба». А вот если неграмотного лесоруба поставить министром, он сразу не справится. Вот это, кстати, используют глобализаторы, значит, когда осуществляют революции и так далее. Элиту уничтожают, а народ, он сам ничего, он же управленческими навыками не обладает, и бери его голыми руками. Вот сейчас как раз такую ситуацию и создают так называемые патриотические партии, значит, которых всех устранить, там, бей, руби, кроши и так далее. В
17 году что сделали? Именно это. То есть руками народа, значит, министров, капиталистов на вилы подняли, помещиков, графов, там, князей всех разогнали по всему белу свету. Офицеров белых там армии, убивая друг друга, полегла на полях сражений, и страна легла. И ее захватили кто? Троцкисты. То есть Ильич приехал в пломбированном вагоне из Швейцарии, и Лейба Давидович по кликухе Троцкий на пароходе из Америки. И взяли страну голыми руками. Управлять-то некому было. И все комиссары были евреи. Значит, и лагерями, гулагами все командовали они. И Сталину после Ленина досталась разгромленная страна. И проблемы у Сталина были какие? Весь управленческий корпус-то был еврейский. И как его заменить? И он посадил рабочих за парты там и так далее, пока они готовились, вырастали до директоров заводов, там, до министров. Время требуется. Вот сейчас нечто подобная ситуация. В ходе демократии и реформ что? Значит, пришли опять кто? Кланы, мы уже говорили, семья Ельцина, семья Лужкова. Вот они, так сказать, захватили все. И теперь народ хочет, Путин, сделай чудо. А как их вот, а кого поставить? Вот вам, так сказать, принцип тоталитарной пирамиды-то. Вот монополия на знания, присвоенная себе элитой, позволила им установить монопольно высокую цену на продукт своего труда. И они вот сели, так сказать, все, он себе оклады какие назначают. А продукт труда какой? Качество управления. Вот качество управления мы будем рассматривать в достаточно общей теории управления. А смотрите, как они еще поставили. Вот Ельцин, хороший управленец или нет? Одни говорят, он же Россию по пути реформ, классно. А другие говорят, гад, к стенке его надо поставить, страну по миру пустил. Почему так происходит? А нет меры, нечем мерить качество управленческого труда. Чем мерить качество управления губернатора, мэра, министра? Нету. Вот в концепции общественной безопасности, когда мы дальше перейдем в достаточно общую теорию управления, мы говорим, какой мерой можно мерить качество труда управленца. А вот это вот монополия на знания – привело к монополии на более высокий уровень жизни, что неправильно называется эксплуатацией там и так далее. Все дело в управлении. Вот это привело к клановому замыканию, фактически мафиозному, элиты в самой себе. Почему? Потому что сын министра не женится на дочери слесаря или прачки. Ну, вероятностно, есть, конечно, отдельный случай, но в целом в массовой статистике. И если вы возьмете всю нашу элиту, там вот, которых по телевизору показывают, патриоты, оппозиционеры, там, все эти депутаты в Госдуме, псевдокоммунисты, там, демократизаторы и прочие, все они переплетены клановыми узами. Сын Зюганова работает, значит, на фирме у олигархов и так далее. Это все, в общем-то, теперь народу известно. Вот и вся сказка про белого бычка. Поэтому все они, элита там наверху, им плевать на народ, на страну и так далее. Тем более, что они вляпались в гарвардский проект. Вот эта ситуация, все, что мы с вами перечислили, привело к социальной несправедливости, которую называют эксплуатацией человека человеком. А в чем несправедливость? Вот вы помните на дебатах на выборах в Госдуму, когда... С Явлинским, значит, мы с партией там дискуссию вели в телеэфире. Мы ему задали: Григорий Алексеевич, а что вы понимаете по справедливости? Мы за справедливость. А он не мог, он как язык проглотил, и ничего ответить не мог. Что ты понимаешь по справедливостью? А справедливость социальная в том, что людям надо дать возможность приобретать любые знания. И тогда в этом высочайшая справедливость, чтобы человек сам разбирался во всем. А наш сейчас строй, как говорит, не надо, вот есть, вот ты приходи ко мне, я тебе объясню, как надо жить. Вот такая же иерархия и в церкви, церковная.
Чего это ты с Богом хочешь общаться сам? Нет, ты приходи, мне, батюшке, все расскажи на исповеди, а я там уже походатайствую перед Всевышним. Тоже иерархия. Такая же толполитарная система, то есть быдло и избранные. Вот вам структура толполитарной системы. Значит, поэтому справедливость в том, что дай людям знания. Но при такой системе толполитарной что? Толпа вынуждена терпеть. Почему? Потому что устранение прежней элиты приведет к падению качества управления на время, необходимое для становления нового управленческого корпуса. А этот срок был соизмерим с продолжительностью жизни человека. И это вынуждает толпу терпеть элиту, чтобы не впасть еще в более худшие условия жизни. И я вам говорил о гражданской войне. Почему тогда наша страна рухнула? Элиту свою уничтожили? Да, она была плохая, никчемная, но новая-то не была готова. И теперь вспоминайте то, что я Рохлину говорил, покойнику. Он когда, возьмем Кремль, потом разберемся. Я говорю, а что потом? Вспоминайте воронку со ступенчатыми краями. Нельзя обогнать меру развития. Потому что если ты войдешь в Кремль, как Лев Иаковлевич хотел, и дальше что будет? На тот момент Шамиев скажет, пока в Москве бардак, мы, татары, отделяемся. То же самое якуты. И пойдет распад уже России. СССР расчленили, но есть же планы расчленения России, и то есть Рохлин, патриот, за народ, он бы сработал против собственной страны. Чувствуете, какая хитрость? Вот это понимание только вот дает концепцию общественной безопасности. А когда толпа перестает терпеть вот это вот, это приводит к революциям, бунтам, погромам, но всегда найдется тот, кто использует это недовольство в своих целях. И вся история человечества в этом есть. Значит, доказательства теперь даже на примере вот революции. Вывод отсюда какой? Устойчивость отношений между людьми вот в толполитарной пирамиде поддерживается за счет устойчивой дозированной подачи знаний. То есть пирамиды знаний. То есть вот эта пирамида устойчива, пока устойчива пирамида знаний. Если рухнет пирамида знаний, то рухнет и пирамида вот, структуры общества. То есть в народе, как вот это называют, каждый сверчок знает свой шесток. Идти против начальства, значит писать против ветра, и всегда будет неудачно. То есть закон курятника, верхний гадит на нижних. Вот люди это все понимают, но они выражают это в своих лексических формах, не понимая, ну, не сумев наделить вот это все, значит, четкой мерой понимания. В концепции общественной безопасности вся эта народная мудрость, она вот выражена в строгих лексических формах. Вседозволенность толпы и вседозволенность элиты. Не думайте, что толпа – это вот значит хорошо, а элита – это плохо. Нет. Толпа – это безответственная народная масса, считающая, что думать должны только наверху. И мы сейчас с этим сталкиваемся. То есть идешь к людям – вот простые люди бы вроде бы, они там хорошие, простые. Они говорят, а что я буду думать? Там он жираф, ему виднее. То есть что я? Я человек маленький, я вне политики. Нам же как, дуракам, лохам, политика грязное дело. Чего вы в политику пойдете? Мы, еврейцы, будем этой политикой заниматься сами, а вы будьте вне политики. И наши лохи, я вне политики, я вне политики. Ну вот и вне политики. А что вы тогда хотите? Чтобы кто-то пришел, добрый дядя, бах-трах, и все хорошо. Чудо! Элита – это тоже толпа, но еще более безответственная, чем народные массы. Народные массы хоть кормят детей, там, выращивают скот, урожай и так далее. А отличие их только в чем, что она допущена к образованию, и поскольку они считают себя элитой, то они могут творить вседозволенность. Но элита – это еще и образ жизни, хранимый кланами, мафиями. Элитарное самосознание проявляется в организованности вседозволенности к окружающим. Они могут ставить эксперименты всякие над людьми, проводить реформы, как Гайдар.
Вот вы задумайтесь, а мы говорили о типах психики. Ведь Гайдар что сделал, вообще говоря? Он реализовал программу 500 дней Явлинского. То есть разница между ними никакая. Гришка ушел в сторону, а Егорушка все это дело реализовал. Значит, но в результате действий вот этих демократизаторов миллионы наших стариков, старух оказались нищими. Страна опущена, разгромлена, вообще говоря. Они что, интегралов, дифференциалов не знают? Книг мало прочитали? Нет. А это тип психики определяет, о котором мы говорили. Но поскольку они умные, вот многие восхищаются, сейчас он ныне уже покойный, Никита Моисеев. Значит, он выдал в свое время, вот где-то года за два до смерти, такую формулу там в одном элитарном сборнике, он сказал так. Наверху, имеется в виду, в Кремле, могут сидеть подлецы и мерзавцы. Но они могут там быть. Почему? Потому что они умные. И им многое позволено, потому что они умные, то есть обладают образованием. Вы представляете, какой цинизм? Вот нами правят умные подлецы и мерзавцы. А мы как бы, толпа смирилась. Ну чего, они умные же. А в чем ум-то проявляется? И вот это цинизм позволяет реализовывать себя в этих всех реформах безнравственных и так далее. Есть хорошая словесная формула, которую Виссарион Белинский дал определение толпе. Он сказал, толпа – это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитетам. Общность предания сплачивает толпу. А что такое предание? Это миф. Русь святая, Кирилл и Мефодий, спасибо, что принесли письменность на Русь. Это христиане. А другие язычники, они говорят, Русь языческая. И они готовы убивать друг друга. Значит, то есть история, это оказывается мощное оружие. Исторические мифы, которые навязываются миллионам людей, это сплачивает толпу. Авторитеты, предания могут управлять такой толпой, которые формируют эти мифы. А тот, кто формирует и предания, и вождей, управляет всем обществом. Вот толпа элитарная система, она очень выгодна. Почему авторитеты нужны? Потому что на авторитеты все можно списать. Вот из Ельцина, если говорить как, сделали авторитета демократа там и так далее, все. А потом он им стал не нужен. Более того, я вот уже говорил, почему Босс сказал, что Ельцина надо как Чаушеску расстрелять вместе со всей семьей. Ведь это же факт, он по телевидению, по радио сказал. А почему? Потому что все эти боссы, ныне депутаты Госдумы, при Ельцине грабили, то есть они создали одного авторитета, вождя, который революцию в России устроил. А потом, когда разграбили все, кто виноват-то? Вождь. Вождя к стенке, а мы тут при чем? Мы ни при чем. То есть им это очень выгодно. То же самое, вот многие восхищаются сейчас Лукашенко, а из Лукашенко делают такого же вождя. Когда убирают вождя, толпа превращается в сброд. А я был несколько раз в Минске, там как? Там вот простые люди, все, студенты понимают, а простые люди, они говорят, вот если пойти к Батько, да вот если Батько рассказать, так вот Батько сделает реформу, вот он мне денежку даст, и мы будем жить хорошо. То есть не надо думать, вот есть вождь, к нему надо идти. Поэтому таких же вождей формируют где? В средствах массовой информации. Кто сказал? Владимир Владимирович Познер сказал. Сейчас Познер стареет, вот он авторитет. Обратите внимание, разводит он как там всех политиков и так далее. А чего он разводит? Вы вдумайтесь в эту передачу «Времена», которую проводит Познер. Там что вы узнаете? И этот сказал, и этот чего-то сказал. Кончается чем? Познер подводит итоги всем. И говорит, ну вот мы порассуждали, есть много мнений, есть это мнение. Может быть, наступят такие времена, когда все изменится. Ку-ку, то есть ничего нету. Сейчас Познер стареет, на замену ему кто готовит? Соловьева, еврея, которая ведет передачу к барьеру. Все смотрят с восхищением. Но никто не задумывается, что это управление. То есть этот журналист разводит там, значит, политиков, Жириновского там еще с чем-то, над ними глумится и так далее.
Он фактически управляет ситуацией. Так кто тогда управляет? Журналист или вот вам? А их готовят специально, таких людей. Авторитет. Поэтому кто сказал? Авторитет. Профессор сказал. А если простой Иван Иванович скажет, да, кто-то, ходят тут всякие. Приучили людей. Если авторитет, звание присваивают специально. Вот вся система ученых степеней, это фактически система посвящений. Фактически это такие же масоны. То есть, если ты младший научный сотрудник, ты там пошел отсюда. Если ты старший, уже старший. Если ты кандидат наук, это уже кандидат наук. Доктор, это доктор. А то, что это переписывается из одной книжки в другую, так сказать, там, как эти диссертации все защищаются. Вот это все культивируется в обществе. И это позволяет быть к окружающим, реализовывать вседозволенность. Ну, я к чему это говорю? Предание может быть изолгано как угодно от того, что есть на самом деле. Ну вот, в частности, история Руси. Я уже говорил, Русь святая, Кирилл и Мефодий, спасибо, что принесли письменность на Русь. А что, на Руси разве не было письменности до Кирилла и Мефодия? Была. И была высокая культура, но это как-то, это вот, это где-то там какие-то по лесам шастали русские люди, там что-то они ничего не знали. Поэтому Путин, когда в прошлом году собрал историков и говорит, так чего история нашей страны началась с 988 года, а до этого вот чего было? Они говорят, мы пойдем подумаем. Ушли, это я вам рассказываю, можете взять журнал версии номер один за прошлый год, 2003. Там это, значит, задача поставлена, они до сих пор ничего не сделали, эти ученые, историки. Значит, Путин сам уже поехал в Ладогу, помните, в старую, и говорит, вот тут была древняя столица Руси, и Русь была Гордарика и так далее. Значит, вот формируют, а на базе этой формируются исторические мифы, естественно. Вождям-авторитетам формируют имидж. Вот что такое имидж? В переводе с иностранного на русский это образ. То есть имиджмейкеры это вообще кто такие? Это мордоделы. То есть, которые формируют образ, совершенно отличный от того, что есть. На самом деле, человек какой есть. Поэтому они становятся заложниками. То есть, надо кого-то привести к власти. Формируют образ добрый, какой он, как он руку жмет. И люди выбирают, не рассуждая не о том, кто что понял, значит, что предлагает человек. А они рассуждают вот об образах. Какой человек, как говорит, не что говорит, а как говорит. А в содержательную часть, потому что они не обладают знаниями, они этого не понимают. Вот это позволяет манипулировать сознанием миллионов людей. Вот. Рассуждение по авторитету – это интеллектуальное иждивенчество. То есть всегда обратите внимание, вот в диспутах, когда сталкиваешься так с называемыми интеллигентными людьми, они всегда сразу начинают давить. Вот такое-то сказал то-то, такое-то сказал то-то. Вот сразу ссылаются на авторитеты. А ты-то сам как думаешь? А он думает по авторитетам. Вот цитатами оттуда бравирует, да, оттуда и так далее. Вот этим, кстати, элита в большей степени грешит. Вот рассуждение по авторитету – главное качество толпы. Решать проблемы своим умом толпа не желает. И разочаровавшись в одних вождях, толпа немедленно начинает искать или ждать новых. Это касается элиты в том числе. Толпа следует за вождем страстно, то есть бездумно, безответственно, слепо веря в правоту даже вождя. А он может быть и провокатором, как поп Гапон, как Гитлер, значит повел и сколько он уничтожил. Это порождает бездумную вседозволенность толпы, следование за вождем. Разрушение авторитета предания или вождя превращает толпу в сброд. Ну, и вы вот, если мы только что сказали о Гитлере, да, то есть все, после Гитлера уничтожен, и там делай с ними что хочешь. Так, если рассуждать о партиях, вот провести параллель. Вот давайте, партия Жириновского, ЛДПР, ее так и называют, партия Жириновского. Давайте скажем так откровенно, вот убери Жириновского, и никакой это ЛДПР не будет, так ведь?
Так. А тогда что за этой партией следовать? Но за нее же кто-то голосует, кто-то голоса отдает. То есть эта партия нужна, это партия одного человека. Ну и Жириновский заложник этой системы. Когда надо, его уберут. И могут убрать, в том числе и физически, неважно, как растоптать и так далее. То же самое и остальные партии. Значит, лидера формируют, вождя, который, вот он как. А мы как раз в концепции говорим, надо говорить не о вождях, там, ну да, должны быть руководители, которые там координируют что-то, деятельность. Надо говорить о том, что человек предлагает. Значит, какие мысли он высказывает. Но для этого люди должны понимать, разбираться, сравнивать, отличать, различать, то есть владеть мерой, отличать правильное от неправильного, верное от неверного и так далее, справедливое от несправедливого. Вот концепция общественной безопасности, значит, как раз дает такую навыки, возможности. Вот дух вседозволенности может царить по двум причинам. Первое. Монополия элиты на знания не дает возможности остальным защититься от вседозволенности. То есть, ну, люди не знают, что, и поэтому они давят, там, говорят какие-то цифры, факты, исторические события, а остальные что, он не знает, он не может не возразить ничего, то есть давлеет. Значит, дефективность, с другой стороны, вот монополия на знание, а с другой стороны дефективность это знание. А в чем дефективность? Они целого не знают. То есть вспоминайте эту пирамидку, помните, да? То есть элите дается фрагментарные знания, в части их касающиеся. Лирик, зная лирику, физик, зная физику. Каждый честно делает свое дело. Поэтому целостным знанием они не владеют. И вот дефективность этого знания у элиты, они эти знания вырваны из целостного кусками, то есть калейдоскоп, страдают калейдоскопическим идиотизмом, неполные, искаженные. Материалисты, идеалисты. И вот монополия на знание и дефективность этого знания приводит к тому, что овладевшие такими дефективными знаниями превозносятся в самомнении о себе. Как же? Я же вуз такой-то кончил. У меня там диплом, у меня титул, еще чего-то. Предумышленно или бездумно начинают творить вседозволенность вокруг себя и подавлять остальных людей. Ну и, естественно, они сталкиваются закономерно с ответной вседозволенностью по отношению к себе, воспитанной им же самими. Кстати, вот то, что мы говорим о преступности, значит, ну, скажем так, есть культурные преступники, которые грабят миллионами. Это вот у нас в России, как сейчас говорят с этими реформами, когда раздербанивали страну, значит, украл миллион у государства, тебе орден дадут, а если украл там мешок картошки, в тюрьму сядешь. То есть вот народ же видит, что грабят, видит, что, значит, раздербанивают. Ну и кто-то там послабее или по нужде тоже. Значит, они сталкиваются. Более того, в крайних случаях это, как вот с профессором Добряньковым, это касается их детей. Или сейчас вы знаете, значит, у элиты, как у этого Жванецкого смехача, там украли автомобиль, еще кого-то там ударили, кого-то ножом там прирезали и так далее. То есть они сталкиваются с такой же вседозволенностью на уровне преступников. Вот возможность вседозволенности – это искушение. Она основана на монополии на знание. Значит, а дефективность этого знания, неполнота его не позволяют понять, что вот это искушение, то есть сатанизм вообще говоря. Значит, здесь кроется причина в пренебрежительном отношении элиты к концепции общественной безопасности. То есть элита относится так, а, это чего-то. Правда, сейчас уже многие стали понимать. Значит, и в частности то, что вот было на «Эхо Москвы», когда Гонопольский позвал этого Подберезкина и говорит, вот есть такая концепция общественной безопасности, как вы к ней относитесь? А Подберезкин говорит, да, это там что-то такое, там чепуха. А Гонопольский, этот еврей, он говорит, вы чего? Уже там диссертации пишут, уже в государственных структурах пользуются, а вы так пренебрежительно относитесь. То есть это у них уже вызывает тревогу сейчас. А сколько лет они, так сказать, замалчивали? Почему? А потому что принцип такой, чумазый не может. Помните,
значит, этот кинофильм «Механическое пианино», где там, значит, Никита Михалков играл, значит, там садится за рояль механический и, значит, якобы играет. А этот смотрит и думает, а там сел какой-то слесарь, простолюдин, он ничего себе играет. А потом, когда понял, что это механическое пианино, он говорит, я же говорил, чумазый не может, чумазый не может. То есть в понимании элиты мы все чумазые, то есть простые люди, они не могут якобы там не изобрести что-то, не создать, не сделать, не так далее. Они избранные только могут. А народ это быдло, чумазые, толпа, быдло, сброд для них. Поэтому так они и относятся. Значит, поэтому надо становиться народом и тем, и другим, и толпе, и элите. Поэтому толпоэлитарная система – это иерархия парных отношений. Вот она здесь представлена. Наверху у элиты какие, так сказать, формируются убеждения, принципы по отношению к низу. Это не твоего ума дело, знай свое место. А внизу формируется какое мнение? Вот. Я человек маленький, наше дело телячье, он жираф, ему виднее. Вот позволяют вот эти мнения, формируемые у людей, позволяют поддерживать вот этот принцип «разделяй, стравливай, властвуй». Вывод отсюда какой? Толполитаризм существует благодаря общественно признанной вседозволенности меньшинства и права всех на бездумную бесчувственность к происходящему всюду, вокруг. А концентрацию управления в толполитарных системах, в толполитарном обществе. Вот концентрация – это сосредоточение управления. То есть сосредоточение управления, если слово «концентрация» кому-то непонятно. Сосредоточение все в более узком круге. То есть анализ глобального исторического процесса показывает, что в истории человечества происходил процесс сосредоточения управления производительными силами человечества. И этот процесс, он объективен. То есть он не зависит от нашего с вами хотения, там нехотения, понимаем мы, не понимаем, он есть, шел и идет. И он происходил как на региональном уровне, так и на глобальном уровне. И примером вот регионального уровня, я во вводной лекции уже вам говорил, что является наша страна. То есть было Московское княжество, и потом шло подчинение, собирание земель, казачество в основном это делало, Ермак Тимофеевич, Хабаров, Дежнев и так далее, они присоединяли земли. Вот эта концентрация шла на региональном уровне, и Россия, она региональная цивилизация. Но такой же процесс шел и на глобальном уровне, а там процесс концентрации управления производительными силами человечества на глобальном уровне был оседлан древнеегипетским жречеством, и мы его тоже с вами рассматривали. И управление, если этот сам процесс концентрации объективен, то управление им субъективно. Что значит субъективно? Оно зависит от воли того, кто управляет этим процессом. То есть какими идеалами руководствуется тот, кто управляет. А идеалы могут быть в пределе какие? Хорошие и плохие. То есть можно управлять во благо людей, а можно управлять во благо себя. Значит, своего благополучия, там, близких, а остальных держать за быдло. Поэтому, значит, вот эта концепция нехорошая, она в Библии. И будешь господствовать над многими народами, они над тобой господствовать не будут. Вот на региональном уровне центры управления в регионах планеты – это местное жречество. В ходе глобального исторического процесса были вынуждены открывать доступ ко все более высокому образованию, все более широким слоям общества. И смотрите, в начале как было, значит, в самой самой древности были вот псевдожрецы, знахари, потом их круг расширялся в связи с расширением круга задач, и появилась аристократия, родовитая, титулованная знать, то есть их стало, видите, больше. Потом появилось дворянство, их еще стало больше. Потом появилась буржуазия, их еще стало больше. И сейчас менеджеров уже, менеджеров полно. И сейчас, так сказать,
управление это к чему? Что расширение элиты приводило к все более широким слоям общества управления по отношению к всему. И это ставит задачу, вот она, мы приходим к необходимости расширения сферы управления до границ всего общества. Ведь сейчас, если вот так задуматься, даже хозяин маленького ларька по продаже там этих сникерсов, он уже управленец. Почему? Потому что он знает бухгалтерию, пожарную безопасность, знает товарооборот, сбыт там, менеджмент и так далее. То есть он управленец. И вот это приводит к задаче какой? Вот по-научному расширение сферы управления до границ всего общества, а вообще говоря, к задаче самоуправления общества. А на глобальном уровне центром управления с притязаниями на мировое господство сформировался в Древнем Египте. Почему в Древнем Египте, а не у нас? Потому что Египет того времени, вот государство лента, то есть слева-справа узкая полоска плодородной земли, дальше пустыня, на этой узкой полоске много людей, все хотят счастья, счастья на всех не хватает, социальная напряженность исключительно высока. И кто должен был решать проблемы того общества? Тот, кто правил Египтом. Кто правил? Нам говорят фараоны. Фараоны это были мальчики, несмышленыши. Реальными правителями Египта было древнеегипетское жречество. Их было 22 иерофанта, что в переводе на русский означает читающий судьбу или предсказывающий будущее. Они были хранителями тайных герметичных знаний. Откуда они достались им, это предмет отдельного разговора. Значит, более подробно можете вот почитать и на сайте посмотреть. Значит, ну, коротко скажем, что они наследовали эти знания от прежней цивилизации Атлантиды. Вот. И они те знания, которые были там, воспроизводили. Это позволяло манипулировать древнеегипетскому жречеству сознанием не только ничего не понимающей толпы, но и даже фараонами, что прекрасно показал Болеслав Прус в своем романе «Фараоны». Многие смотрели фильм одноименный, значит, кинофильм. Так вот, для надежности хранения этих знаний древнеегипетское жречество было поделено на две команды. То есть, а вдруг кто-то погибнет? И было две команды по 11 человек. В Египте было две столицы, Мемфис и Фивы. Значит, так же, как у нас в России две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Есть над чем подумать. Вот. Фараоны это была видимая власть, а реальная власть принадлежала жречеству. Но за счет сокрытия знаний, то, что мы с вами рассмотрели, они дали людям неправильное представление о действительности, значит, вот они выродилось, это жречество древнеегипетское, в псевдожречество, и то, что сейчас называется мировое закулисье, силы Запада, мировое правительство, значит, они мигрировали, значит, создав войско на базе еврейства, и сейчас эта мафия, ее основная штаб-квартира в Швейцарии. Есть запасные пункты в Англии, в Лондоне, значит, в Соединенных Штатах, в Испании и так далее. Значит, и вот они впервые в истории человечества выдвинули задачу, вектор целей, установление господства над другими странами и народами. И они приступили к созданию глобальной тоталитарной системы, подчиненной единому центру. Вот и мы цитировали с вами второзаконие Исаия. Давайте я вам еще раз процитирую, значит, что там говорилось в Библии. «Итак, Израиль, слушай законы и постановления, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и шли, и размножились, и наследовали те земли, которые Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». Что для этого надо делать? «Не давая в рост брату твоему, имеется в виду Иудею, ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно давать в рост. Иноземцам, то есть нам с вами, не иудеям, давая в рост, а брату твоему не давая в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах твоих, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их
резиденты, служить тебе, и не будут затворяться твои врата ни днем, ни ночью, чтобы складывалось достояние других народов к ногам твоим. А те цари и те народы, которые не захотят служить тебе, такие народы совершенно истребятся. Концепция. И создав такое войско на базе еврейства, значит, они рассеяли вот это древнеегипетское жречество евреев по миру, то есть Израиль распался, СССР распался, масло подорожало на несколько колен, вы знаете. Значит, сами они скрылись в колене Левия и стали первосвященниками, которые одни имеют монопольное право на толкование истины, а все остальные должны неукоснительно выполнять, значит, указания левитов. И вся история человечества – это вот процесс концентрации управления производительными силами человечества. Значит, и сейчас вот эта вот мафия, я уже говорил, она осела в Швейцарии. Вот здесь схемка такая, значит, ее можно мультфильмом показать. Вот зародившись в Древнем Египте, значит, создав это войско биороботов, оно рассеяло и внедрило их в тела других народов, значит, потом за счет этого было уничтожено национальное жречество. Ну, в частности, вы знаете, русское жречество искоренялось огнем и мечом. То есть наши капища там уничтожали. То есть Русь, вообще говоря, крестили огнем и мечом. Это страшная трагедия нашего народа была, значит, за счет этого. Вот. И глобальный предиктор, вот это древнеегипетское жречество, оно стало... так называемое надгосударственное управление, то есть проводить глобальную политику. Вот они, страны и народы, страна X, Y, Z там и так далее. Вот они. Значит, механизм, если какая-то страна плохо выполняет возложенные на них задачи, значит, что делается? В народе нагнетается напряженность, народ сам громит, ничего не понимая, недовольство. Народ громит элиту, и, значит, изнутри берутся молодые, перспективные, и из них создается новая элита. Вот вам схема управления, в том числе и то, что происходило в России и после 17-го года, и вот после революции 91-го года, 1991-го, и то, что сейчас планируется. То есть сейчас, вот уже, так сказать, эта глобальная мафия понимает, что вот эти все там, элитарные, семья Ельцина, Лужкова, все эти губернаторы, они не могут удержать Чубайса, Бурбулисы, поэтому их надо убрать и привести новых. И она сейчас готовит этот вот новый переворот в нашей стране, в том числе руками и так называемых всех вот этих якобы оппозиционных, патриотических, демократических, там всех партий. Вот вам механизм. Ну, роль еврейства и то, что было с ними сделано в ходе Синайского турпохода, я говорил, ну, коротко могу напомнить, значит, что зачем этот был Синайский турпоход сделан. Взяли одну из нищих семитских племен, увели их на 42 года в пустыню, в ходе этого, в условиях пустыни старики быстро вымерли, значит, жажда, тяжело, солнце печет и так далее. А те, которые рождались, они уже сказок бабушки и дедушки не слышали. То есть прервалась связь поколений. Появились Иваны, не помнящие своего родства. То есть вообще говоря, вот евреям, то, что сейчас я говорю, надо не плакать, не смеяться там над ними и не обижаться. А это просто надо понимать. Потому что если это не поняв, они так и будут оставаться инструментом, заложниками вот этой мафии. Вот. Дальше. Над ними было проведено просто античеловеческое действие. Значит, вот механизм обрезания крайней плоти у мальчиков на мосевой день, теперь уже разобравшись с генетическими терминами, с пониманием влияния генетики на освоение генетически обусловленного потенциала развития, что мы с вами рассмотрели вот в предыдущих лекциях, тоже понятно, что сделали. То есть это механизм формирование людей, которыми легко управлять в обход сознания через подсознание. Значит, обрезание крайней плоти на восьмой день, в отличие от мусульман. Так что, видите, все укладывается в некий целостный. Значит, а сейчас они хотят избавиться от еврейства,
и заменить их адептами саентологической церкви, то, что во вводной лекции мы говорили. Этими процессами объясняются и происходящие взрывы в Израиле, потому что в Израиле они становятся нацией. Значит, здесь вот опять нас обманывают через слова. Вот если дать определение нации, говорят, что такое национальность? Вот еврей – национальность или не национальность? Надо сначала разобраться, дать определение. Есть два определения нации. Одно определение дал Иосиф Виссарионович Сталин, и оно, в общем-то, кочует по всем словарям, учебникам, ну, с некой модификацией и без ссылок на Сталина. А Сталин сказал, что нация есть исторически сложившаяся общность людей, объединенные общей территорией, языком, культурой, психическим и экономическим укладом жизни. Только все вместе взятое дает нам определение нации. Другое определение нации, прямо противоположное, дал основоположник сионизма Теодор Герцль, пытаясь сделать еврейство, вот, сформулировать. Он выдал, смотрите, что он выдал. Он сказал, нация есть группа людей общего исторического прошлого, сплоченная в настоящем против существования общего врага. То есть получается, есть враг, есть нация. Нет врага, нет нации. Вы представляете, что это такое? Ну и я вот задаю всем вопрос, нормальным людям. Вот вы за какое определение? Ну, все обычно говорят, вот за первое. Ну, с евреями, когда бывают вот у меня всякие там дискуссии и так далее. Вы, говорю, вот вы еврей, да, я еврей. Значит, вы за какое определение? За первое или за второе? Ну, вроде Сталин прав. Давайте разбираться тогда. Вы живете в России, то есть территории где? В России. Язык какой? Вы говорите на идише, иврите или на русском? На русском. Песни какие пьете? Водку какую? Водку какую пьете? Песни русскую. А тогда какой вы еврей-то? Он на голос крови. Я говорю, а тогда вы фашист, потому что по анализу крови, мочи и размера черепа фюрер определял национальность. Все. Как только вот точно наделишь четкой мерой, что такое национальность, все становится на свои места. Поэтому мы так и говорим. Еврейство – это национальность. А мафия, которая создана специально, все, потому что еврейство не подпадает под определение нации. В лучшем случае оно подпадает под вероисповедание. Их пасут на иудаизме. Но к иудаизму можно и не евреи там, так сказать, сделать. А дальше, вы же знаете, есть то, что иудаизм приняли, и они считаются евреями, значит, фалаша там, кайфэнь, то есть китайские евреи, значит, негры-евреи и так далее, как вот эта ханка, которая по телевидению ведет, значит, негритянка, а на самом деле она еврейка. То есть вот смещение понятий, то есть это ложь, наделение нечеткой мерой понимания. Вот. И роль еврейства можно понять только через управление глобальным историческим процессом, то, что мы говорим. Значит, а когда они стали возвращаться в Израиль, нет этнического разделения труда. Там, так скажем, и начальник еврей, и шофер еврей. А у нас в России, почему они? Потому что все они занимают сферу управления, так или иначе. То есть они все начальники. Почему? Банкиры все евреи. Ходорковский, Березовский, Гусинский, там, Абрамович и так далее. Это что, случайность, что ли? В искусстве, в литературе. Пугачева, еврейка. Кобзон, еврей. Остальные там все то же самое, значит. Если разобраться, все они оттуда. Журналисты все. То есть они занимают сферу непроизводительного труда. И если разобраться, они как раз в сфере управления. То есть оказывают свое воздействие. Значит, и они в этом смысле становятся заложниками. Почему? Потому что когда народ недоволен управлением, тогда глобальная мафия реализует какой замысел? Бей жидов, спасай Россию. Во всем виноваты евреи. То есть евреи становятся козлами отпущения. Ну вот неужели это так сложно понять? Вот вам простейший механизм. Значит, ну а наделяя все это нечеткой мерой понимания, низводят вот в сторону эмоций и лишают содержательной стороны этот процесс о еврействе.
А его этот вопрос никак не обойдешь, потому что он же есть. Значит, поэтому надо дать четкое определение. И в концепции общественной безопасности мертвая вода, это очень подробно, как вы видите, изложено. И я ключевые вещи вам рассказал. Значит, устойчивость управления странами и народами, вот в такой тоталитарной пирамиде, которую мы рассматриваем, она достигалась за счет чего? Первое. Сокрытием от человечества правильного представления о мироустройстве. И мы с вами говорили, что первично, материя или сознание? Сразу мозговой разжиж. Значит, а на самом деле все процессы взаимозависимы и носят процесс триединства, материя переобразуется по мере развития. Дальше вот то, что мы рассмотрим в последующем, структурного и бесструктурного управления странами и народами. Значит, по приоритетам обобщенных средств, это в дальнейшем, значит, с вами рассмотрим, в том числе через различные религиозные верования, кредитно-финансовую систему и так далее. И дальше использование искусственно созданного инструмента для осуществления экспансии на живой человеческой элементной базе, еврействе. И хотим мы или не хотим, но надо признать мощь этой концепции, ведь она существует вот уже на протяжении 3000 лет, вообще говоря, даже больше, шел процесс концентрации управления производительными силами. Вот. Можно там охать, ахать, негодовать, но она существовала и устойчиво поддерживалась. А сейчас рассмотрим, как ей объективно пришел крах, ну вот после нескольких нюансов. В условиях нового информационного состояния, вот по закону времени, который мы будем рассматривать, на глобальном уровне также требуется повышение качества управления. То есть, скажем, глобальный системный кризис существует в экономике, в экологии, в военной, экономической, кредитно-финансовой системе и так далее. То есть вот в условиях современных на глобальном уровне тоже требуется повышение качества управления. И это требует расширения социальной базы управленцев до границ всего общества. Значит, если говорить о Гитлере, то вот Гитлер, как деятельность Гитлера рассматривается через призму вот этой тоталитарной модели. Гитлер, вернее, через него говорилось его устами о необходимости для нации обеспечить доступ к знаниям любому расово чистому ребенку. Это вело к расширению сферы управления до границ нации, то есть немцев. То есть фактически Гитлер говорил, что евреи плохие, бей жидов, мы немцы заменим евреев и будем управлять странами и народами. Вот вообще. Я знаю такие вот наших некоторых патриотов. Они что? Они такие же вот русские жиды. То есть они говорят, евреи плохие, вот если мы станем банкирами, то мы будем править хорошо. То есть вообще говоря, вот что такое жид, что такое еврей, в русском словаре, слову жид в словаре Даля, говорится о том, что это жадный человек, стяжательство склонный. И Карл Маркс говорил о том, что евреи – это не национальность, это химерическая национальность еврея, купца, вообще жадного человека. Поэтому есть, я в этом смысле вот, обычно связываю, потому что по статистике это больше всего, что евреев называют жидами, но я скажу, есть и русские жиды пострашнее еврейских жидов. Значит, еще куда круче. Вот. Ну, то есть Гитлер, он вот говорил о том, чтобы сферу управления, то есть элитой, стали немцы. Но такая постановка не устраняла тоталитаризма в целом, а порождала более жесткий тоталитаризм. Даже в пределах одной нации этому сопутствовал тоталитаризм. Крайняя форма тоталитаризма – открытый абсолютизм мафии, пасущей вождя. То есть открыто заявляется – что все общество, кроме вождя, чернь толпа. И умалчивается, что вождь – марионетка мафии. То есть фюрер, он, у него хозяева сидели в Швейцарии. Именно поэтому он Швейцарию не грохнул. Ну вот тоже простой вопрос. Если фюрер был такой лихой, что же он взял бы и грабанул швейцарские банки? А он туда не пошел. Почему? Он прекрасно понимал, что в Швейцарии сидели его хозяева.
А весь победный марш Гитлера по Европе был ничем иным, как сдача ему всего вот потенциала Европы, военного, промышленного, людского, для броска на СССР. А зачем на СССР? А надо уже тогда было, мафия глобальная понимала, ресурс это там, и надо было, значит, подмять. Кроме этого, Сталин проводил политику прямо противоположную вот этой мафии. И СССР становился привлекательным, становился маяком для других стран и народов. Поэтому та концепция, которую проводил Сталин, она была неприемлема этой мафии. Поэтому руками Гитлера они хотели уничтожить вот то, что реализовывал Сталин. Но уж если мы коснулись Сталина, Сталин был в плену терминологического аппарата марксизма. То есть у него же не было тоталитаризм, управление. А он говорил, значит, классовая борьба, значит, там другие вещи, эксплуатация. Поэтому он не мог это выразить словами. Поэтому он часто, когда ставил задачу, он говорил: «Вы поняли, что я хотел сказать?» Глядя в глаза человеку. Потому что он был в плену марксистского терминологического аппарата. И когда в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин вышел на то, что надо менять терминологический аппарат, и поставил задачу, а я напомню, ведь он в этой работе сказал, что нам надо пересмотреть некоторые положения политэкономии марксизма, как не соответствующие тому, что есть на самом деле. И Сталин там говорит, это в первую очередь касается прибавочной стоимости необходимого рабочего времени и прибавочного времени, необходимые продукты, прибавочный продукт. Значит, если это убрать, то от теории Карла Маркса и ее прибавочной политэкономии ничего не остается. То есть получается, что Сталин никогда марксистом и не был. И когда он поставил такую задачу, те, кто понимал, что за этим кроется, они приняли решение немедленно устранить Сталина. И Сталин был устранен. Как, это уже вопрос, так сказать, другой. Но фактически это... Так. Ведь при Сталине, смотрите, если мы опять коснулись, я уж продолжу. Значит, самое главное, что при Сталине делалось, ключевые вещи. Сталин сделал образование доступным всем. Вот система тоталитаризма, она же держится на чем? Дозированной подаче знаний в различные страты общества. А при Сталине что было? Знания народу. И вы знаете, дети рабочих, крестьян учились в школах, рабфаки, фабзаучи, университеты. Я сам, вот у меня мать ткачиха была, отец столивар. Я получил не одно высшее образование. И я помню своих сверстников, друзей, знакомых. То есть да, было там трудно иногда. Но я вот курсантом был в училище. А я знаю, мои ребята, студенты там, можно было пойти разгрузить вагон там вечером где-то что-то. И пожалуйста, живи, можно было даже в кафешку сходить, еще куда-то. А теперь образование может получить сын рабочих и крестьян? Фига с два. Никакого образования он не получит. Почему? Вот система тоталитаризма. Значит, дальше Сталин, ростовщичество. Две страны, которые не вошли в Международный валютный фонд, это Швейцария и СССР, как символ противостояния двух систем. Значит, при Сталине. Потому что при Сталине судный процент не превышал роста промышленного потенциала страны. То есть вы помните, сберкассы у нас какие были? Двухпроцентный заем там и так далее. А демократы ввели сразу безумные вот эти проценты, ростовщичество, банков сколько развелось. И все люди простые понимают, что в банках все прокручиваются, деньги, то есть банк сужает другому, другой третьему и так далее, по кругу пускают и надувают, то есть они создают инфляцию. А мы уже с вами говорили, что деньги, значит, количество денег должно соответствовать товарообороту. Если денег больше, это инфляция. Поэтому вся банковская система на этом ростовщичестве, она является, значит, судный процент является источником вот этой инфляции. А у нас все называют вещи другими именами. Ну ладно, вернемся, значит. Поэтому глобализаторам тоталитаризм нужен в переходные периоды для решения задач управления странами и народами.
То есть они формируют вождя, ну вот как Ельцина. То есть вот вам пример. То есть сделали из него фюрера, вообще говоря, ну то есть можно демократизатора, назовите так. Решили задачи, а потом этот, как его, босс говорит, фюрера долой. И Ельцина, вы знаете, сейчас формируется Кавказский трибунал в Гааге, где будут судить русских офицеров за войну в Чечне. И когда вызовут туда Пашу Грачева, скажут: Паша, ты убивал чеченцев. А Паша скажет: а что я? Это вот Ельцин. И пойдет наш всенародно избранный, как пошел Милошевич, Пиночет и так далее. То есть вот вам, это глобальная политика, глобальное управление. То есть нужны на переходные периоды. На этих козлов все потом, они козлы отпущения фактически. На них потом все списывается. Так и списали на Гитлера. То же самое все. Значит, он задачи не все решил, но кое-что он решил. В частности, он решил задачу сплачивания евреев. Потому что в СССР еврейство ассимилировалось, становилось и, значит, выходили из повиновения вот этой глобальной мафии. А глобализаторам это было не нужно, поэтому надо было застращать евреев и сказать: видите, вас могут убивать, поэтому платите шекель, все, держитесь сплоченно, изолированно от других. Ишь, тут песни распелись: Соловьев Седо, Лебедев Кумач и так далее. Там. Здравствуй, страна героев. Значит, нельзя этого делать. Значит, вы евреи, вы должны держаться подальше от других. Вот что делал фюрер фактически своими действиями, сплачивал. Значит, поэтому толполитарное общество гарантированно, предумышленно приводится к толполитаризму максимально в течение 10 лет. И сейчас обратите внимание, вот во многих союзных республиках к этому дело идет. Я уже говорил о Лукашенко, наследственность, Назарбайка, значит, он, так сказать, там дочку свою готовит. Алиев уже сына своего поставил. У Шеварнадзе, у этого хитрого лиса, не получилось. А в целом тенденции, то есть, королями становятся, там, Кучма пытается, там, значит, то же самое через зятьев, то есть родственников продвигают все вот это дело. Почему? Потому что глобальные мафии сейчас, если вот так разобраться, это говорит о их слабости, кстати, они не могут удерживать управление людьми вот бесструктурным способом. Поэтому их идеал, вообще говоря, то, что мы говорили, индийский фашизм. То есть надо такую стратификацию людей в обществе сделать, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. И в этом смысле индийский фашизм очень подходит. Там, вы знаете, брахманы, кшатрии, витязи, там этот шудра сидит внизу, скрестив ноги на обочине дороги, и не мечтает там даже о том, что стать там, значит, подметальщиком каким-то. Вот. Поэтому вот такая система жесткая, рабовладельческий строй, она приемлема, но надо для глобализаторов. Поэтому, чтобы это реализовать, идет система, сейчас мы наблюдаем с вами, запугивание людей, нагнетание страха в обществе. То есть надо, чтобы люди сами запросили: ну наведите же порядок, то есть опутайте нас колючей проволокой, чтобы мой дом не взорвали. Вот вся система международного терроризма. Вот международный, что такое международный терроризм? Это что? Что за этим явлением кроется? В чем его причинно-следственные связи? Какие цели он преследует? Просто так, что ли? Да ничего просто так не происходит. Поэтому вся система международного терроризма готовит общество на планете, Земля, людей к восприятию жесткой фашистской диктатуры. Каждый сверчок знает свой шесток. Значит, и запугиванием вот этими взрывами людей толкают, когда их пустят между двумя рядами колючей проволоки, они скажут: Господи, спасибо тебе, мой дом не взорвется, и все. Вот это им надо. То же самое делается и в России. Неизбежность краха толполитарной системы. Значит, ну, сразу тезис такой, после того, что вот мы изучили. Скажем так, а Богу нужна вот эта толполитарная система? Как вы считаете, после того, что мы узнали? Если каждый человек – дитя Божье, каждый человек индивидуален, и если по отношению
к каждому человеку и к человечеству в целом есть Божья цель, то неужели Бог вот такой, что такую систему задумал? Нет. Поэтому этой системе объективно приходит конец. И вот мы посмотрим, как, чем этот подбирается вот неизбежность краха, в чем она заключается. Семьи элиты подчинены общебиологическим законам. Поэтому на 1000 детей из элиты и на 1000 детей из толпы одинаковое число одаренных, то есть способных обдуманно осваивать знания. Помните, мы с вами рассматривали закон нормального распределения, то есть 5% шибко умных, 5% не шибко, а 80-90% это обыкновенные, значит, нормальные люди. Вот это касается и той категории элиты, и толпы. Клановая замкнутость элиты, ее вседозволенность и элитарные амбиции предопределяют кадровый состав управленцев из своих, то есть узаконенная наследственность. И только что вот мы сейчас с вами порассуждали об этих президентах СНГ и так далее. То есть все они стремятся, Буш не Буш, тоже Буш, значит, у него папа был президентом Соединенных Штатов, это не только у нас. То есть амбиции есть, а способностей нет. И это приводит к уменьшению качества управления общественными процессами. Ну, в частности, это привело и к застою. Ведь что было при Брежневе там, и так далее. Вот эта верхушка ЦК КПСС, там они все переплелись в клановых своих, так сказать, династических браках и так далее. А управлять-то не могут. Это Сталин, как папа Карло, работал с утра до ночи, так сказать, там ночами не знал, не спал, и каждого конструктора знал по имени-отчеству. А что Ельцин знал там, кроме стакана, так сказать, и все рядом с ним, так сказать, пьянствовали. За редким исключением. Вот и понизилось качество управления. А при Брежневе то же самое, что было. При Хрущеве. Значит, поэтому неспособность элиты поддерживать необходимые качества управления привело к двум явлениям. Процесс расширения социальной базы управленцев идет вопреки амбициям и мнению чумаза не может. Почему этот процесс идет? А потому что жизнь требует. То есть вот та матрица, помните матрицу, которую мы с вами рассматривали, вот эта вот такая, значит, объемлющая, она заставляет решать задачи, поставленные иерархически высшим объемлющим управлением. И доказательством этому является, что всегда в трудные времена, на Руси в частности, появлялись Ильи Муромцы, Ломоносовы, Сталины и так далее, Фрунзе, которые делали больше, чем элита, и гораздо больше. Элита-то не могла, а вот они делали. Ведь если говорить Сталин, откуда? Из простой семьи, значит, а Ломоносов откуда? Ну и так далее. Чтобы сохранить свое господство, жречество, псевдожречество, вынуждено обеспечивать необходимое качество управления обществом на глобальном уровне. Для этого разработан специальный механизм. Вот опять мы вышли на этот механизм, значит, обрезание элиты так называемое. То есть еврейство опять здесь заложник, вот понятием это надо, поскольку основная кадровая база на уровне еврейства, то что делается? Создается революционная ситуация, народ громит ничего не понимающую элиту, и, как в песне Михаила Ивановича Ножкина, нам нового начальника назначили, мы с этим по домам и разошлись. Вот, то есть руками толпы одна элита срезается, уничтожается и назначается новая. Если сейчас вот эти лекции читаются июнь месяц, начало июня месяца 2004 года, значит, только что мне из Москвы прислали на одном из сайтов, значит, статья об элите. Она, там уже откровенно говорится, что нынешнюю элиту надо всю уничтожить, она бесполезна, то есть она ничего не смогла сделать. Кто это делает? Понимает этот человек, что он написал, или не понимает. Но факт тот, что он работает на глобальную мафию. То есть вырезать надо их, убирать, снимать. А там доказывается на протяжении, как бы уже ссылаясь на историю, да, ссылаясь, что всегда в России было. Там в этой статье конкретно говорится, в 1917 году
русская элита ничего не могла сделать, да, во главе с Николашкой этим государем, императором, ее уничтожили. Потом сталинская элита, ее уничтожили. А они не видят, вот в этой статье нет чего, понимания, а кто организует этот процесс. То есть они констатируют очевидное, а то, что этот процесс управляем, они не понимают. Это вот и есть понимание глобальной политики. Признание обществом допустимости вседозволенности, вот это вот, это признание, это болезнь духа, болезнь мировоззрения, болезнь мировосприятия. Но именно эта вот вседозволенность лежит в основе тоталитарного общества. А болезнь, она всегда что? Не позволяет освоить глобальный, вернее, генетически обусловленный потенциал. То есть больной человек, он болеет, он не может развиваться. Так то есть вот тоталитарное общество, это вообще болезнь человечества. А дальше, с чего мы начали постановку вопроса? А Богу надо, чтобы вот это все было? Нет. Поэтому человечество – биологический вид, и его судьба может быть только такой, как и других биологических видов. Либо тупиковый путь эволюции, и тогда смерть человечества и весьма мучительная, либо продолжительное существование, но тогда надо выходить на освоение генетически обусловленного потенциала развития, занимать устойчивое место в биосфере и создавать условия для дальнейшей эволюции биосферы. По какому пути мы сейчас с вами развиваемся? Вот по первому, тупиковый путь. Все говорят, но ничего не хотят предпринимать. Концепция общественной безопасности, она выводит человечество вот на этот путь и обосновывает его. Механизм самоуничтожения тоталитарного общества и его культуры. В чем он заключается? Гармония биосферы – это гармония поедания одних другими. Ни один вид не может потреблять больше, чем ему обеспечивает продуктивность биосферы. То есть, ну, больше того, что есть на Земле, мы не сможем. Да? Вот сколько есть леса, больше мы не вырубим, нигде не возьмем. То есть то, что на Земле есть, вот нам отведено. Продуктивность биосферы, она ограничена по всем пищевым цепям, подчинена энергетическим и информационным ритмам космоса и поддерживает колебания численности всех видов организмов в пределах устойчивой эволюции биосферы. Уровень потребления и перечень потребностей особей любого вида в расчете на весь их жизненный цикл постоянны. В статистическом смысле это касается зайцев, волков, баранов, там, значит, ежиков и прочих живых тварей на Земле. Ситуация изменилась с появлением человека. Почему? Потому что перечень его потребностей изменялся в ходе глобального исторического процесса. И человек – это единственный вид в биосфере, который сам определяет некоторую часть своих потребностей и сам выбирает меру, то есть сколько, и способы изъятия из природы то, что он считает необходимым для себя. Какие продукты ему, а на основании чего он считает. И опять мы выходим, либо для того, чтобы обеспечивать генетически обусловленный потенциал, тогда одна ситуация. А если он говорит, а я сегодня хочу вот это, а завтра хочу это. Я вот хочу ездить утром на черном автомобиле, вечером на красном, в обед на сиреневом, после обеда на голубом, как сейчас многие. То есть автомобиль не средство передвижения, а роскошь. И тогда идет перемолот для того, чтобы эти автомобили иметь. Он что, все больше из земли добывает? Я хочу иметь квартиру в Москве, замок под Москвой, дачу на Канарах. А кирпич где? Из чего? А земля, а лес, а мода, что это такое? Сегодня короткая юбка, завтра длинная. Он еще ее носить, доносить, он ее выбрасывает. Идет перемолот того, что есть. То есть вся культура, она идет на перемолот ресурсов планеты. Это вот забегая вперед, когда мы будем говорить об экономике, есть у человека потребности демографически обусловленные, то есть для освоения человеком генетически обусловленного потенциала, а есть деградационно-паразитарные,
когда, а что еще захочу, вот, а вот давайте мне унитаз золотой. И вместо того, чтобы золото тратить там на какие-то, он из него унитазы делает. Они нужны, но на это же расходуется ресурс. Ну и так далее. Вот это называется деградационно-паразитарные потребности. А вот делать это он может обдуманно и ответственно. Обдуманно, вседозволенно и бездумно, то есть изымать из природы вот это все. И ситуация качественно изменилась к концу XIX века, когда культура стала решающим фактором, то есть появилась техника. И вот техника стала оказывать разрушительный гнет на биосферу. Вообще речь идет о чем здесь? Вот эти глобализаторы, они уже к концу XIX века поняли, что капиталистический так называемый строй, капитализм, снял запрет с потребления людьми материальных благ. То есть сословный строй, который был до того, ну, помещики, вот у помещиков, значит, там новые замки, кареты они себе строят, а у крестьян щи да каша, пища наша. Ой, лапти мои, лопоточки. То есть ограничения в потреблении. А с развитием капитализма появились купцы, предприниматели, вышедшие из народа, и они вот все смотрели фильм там «Угрюм река» и так далее. Значит, они говорят, а я тоже хочу, как вот у этого. И они стали тоже строить себе замки, дворцы. А глобализаторы поняли, если это дальше так пойдет, то тогда землю-то обгложим, земля будет обглодана в считанные годы. И вот эта ситуация явилась основанием для принятия решения о том, чтобы надо было сдержать процесс потребления людьми материальных благ. И для этих целей очень подошел, удобен стал марксизм, значит, с его пониманием счастья и так далее. Значит, и тогда-то было принято решение и дано добро для мировой революции. И запуск мировой революции наша страна явилась плацдармом для этого. Поэтому Ильич появился, и Лейба Давидович, один из Швейцарии приехал в пломбированном вагоне, другой на пароходе его привезли. И они должны были начать так называемую перманентную революцию, автор Лейба Давидович. Значит, но, и вы помните, революция была в Мексике, в Венгрии, в Китае, в Монголии в это время, в Германии, то есть, она должна была, русская революция, перейти в мировую. Но Ленин заключением Брестского мира прервал этот процесс, за что и был уничтожен. Значит, руками Надежды Константиновны, которую ему таблеточки давал, от чего у Ленина мозги там засохли и так далее. Значит, и управление-то после Ленина должен был взять в стране Лейба Давидович. Почему? Потому что Лейба автор перманентной революции. Но провидение не алгебра, и не дано ему предвидеть случай мощного мгновенного орудия провидения. То есть Бог-то видит. Вот. Лейба заболел, и управление страной перехватил Иосиф Виссарионович Сталин, который был внедрен в это марксистское движение. Значит, есть очень серьезные основания так считать, главным разведывательным управлением русской армии. И Сталин, оказавшись в этой ситуации, а весь управленческий корпус не его был, из троцкистов, поэтому Сталин фактически хозяином в стране не был до середины войны. Только вот после Курской битвы он стал хозяином положения-то. А до этого троцкисты везде, они расселись, все, значит, комиссары, прокуроры, все были из этой еврейской мафии, комиссары-то. Начальники ГУЛАГов вот Сталину приписывают, сейчас молодежь что знает? Сталин, Берия, ГУЛАГ, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Больше ничего не знают. Но если смотреть вот с позиции общего хода вещей, как Александр Сергеевич говорил, напомню, провидение не алгебра, ум человеческий не пророк, по простонародному выражению не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может делать из оного существенные выводы, часто оправдываемые временем. Но не дадут ему предвидеть случай мощного мгновенного орудия провидения. Вот здесь полностью совпадает, так сказать, под рассмотрение Сталина. Ведь с позиции общего хода вещей что мы имеем? Сталину после Ленина досталась разгромленная, разбобленная сторона.
После Сталина осталась супердержава номер один, номер два. Это еще как посчитать, кто как считает. По темпам роста, значит, СССР тогда уже обгонял Соединенные Штаты Америки при Сталине. Лично после Сталина не осталось у него ни дач на Канарах, ничего. У него один мундир повседневный, парадный, стоптанные козлиные башмаки, сапоги и штопанные носки. Все. Внучка его сейчас заканчивает жизнь в одном из доме, вот официанткой для престарелых. Значит, а эти, которые демократизаторы великие, Ельцин там и так далее, все вот, разрушили страну, у них там и дачи, и все, и чего только нет. Так кто тогда управленец, кто человечней-то? Они сейчас, значит, школы все делают для быдла там, для элитарной и так далее. При Сталине образование доступно всем было. То, что единственное, что вот ему, это обвиняют ГУЛАГи. Так ГУЛАГи-то это не Сталин, а это еврейство. Почему? Потому что когда еврейство идет к власти, они сплоченные. Но когда они достигают власти, они между собой ругаются. И применительно к тому периоду было две группировки, которые противостояли. С одной стороны еврейский клан Каменев-Зиновьев, с другой Троцкий. Посмотрите газеты тех лет, они мочили друг друга, и помешать этому было просто невозможно. Сталин не мешал. Все начальники ГУЛАГов были евреи. А сейчас что? Вот сейчас что происходит, если сопоставить это с Путиным? Тоже два клана, клан Ельцина и клан Лужкова. И они мочат друг друга, закладывают друг друга, ставят ножки. Процесс концентрации. Пока они грабили страну, значит, поле деятельности грабежа было большое, и складывались региональные кланы. Какие? Тот, кто грабил на региональном уровне, это семья Ельцина, грабила. Региональные грабили на региональном. А Лужков вот этом, пока в Москве, пока поле деятельности было большое, все шло хорошо. Но когда грабеж закончился, границы соприкоснулись, и интересы стали перехлестываться. И пошло-поехало отстрелы, переделы и так далее. И этим переделом не будет конца. Потому что если на Западе это происходило в течение столетий, Морган был пиратом, он потихоньку, люди привыкали и так далее. А тут пират бах-трах, и за год он стал миллиардером. А остальные смотрят и думают, значит, ну ладно, я спокойный человек, а хлопотливый, так сказать, он скажет, а я что, я тоже такую же хочу. И пошел пиф-паф, ой-ой-ой. Значит, и этому не будет конца, поэтому не удастся нашей элите застабилизировать. Они пытаются вот, как бы вот, чтобы это вот сохранилось все, не удастся. Всегда будут появляться, так сказать, новые Толи Быковы и так далее. И что с Толей Быковым произошло? Русский парнишка, значит, под этот шумок взял, отхватил себе алюминиевый комбинат, опутал его колючей проволокой, автоматчиков по углам и говорит, не подходи. Что делать? Ну, ты что это, русский Ванька, хочешь тут что-то иметь? Нет. Они снабжают такого же Александра Ивановича. Александр Иванович Лебедь скручивает голову Толе Быкову. А теперь вопрос, а то, Александр Иванович нужен этой закулисье или не нужен? Не нужен. Поэтому не стал Александр Иванович. И вот это вот так и будет без конца. Все эти выборные процедуры тоже имеют такую же цель. Значит, почему? Потому что поставил одного, если он хорошо, так он так и долго будет править. А нам-то надо, если он будет в интересах народа, поэтому по выборным процедурам через определенное время надо перевыбирать. Что перевыбирать, если он нормально правит? Надо перевыбирать. И я уже рассказывал, вот в Мадриде, в частности, как это, национальное правительство, которое в интересах испанцев руководило страной, значит, а оно не нужно этой мировой мафии, им нужна, значит, чтобы они проводили политику не в интересах испанцев, а в интересах определенных кругов. Как убрать? Взрывают электрички, народ, толпу выгоняют на улицы, значит, народ протестует против правительства и выбирает правительство, которое будет работать против народа. У нас Хакма Монада это возмущается. Почему в России народ не выходит, когда вот тут взрывы раздаются? А потому что наш народ соображает,
гораздо лучше. Он уходит от этого тоталитарного общества. Сейчас в России идут очень интересные процессы. Но вот мы отвлеклись немножко, хотя я думаю, это очень важный момент с точки зрения, значит, понимания вот этих процессов. То есть эта мафия еще в 19 веке поняла, что капитализм снял запрет, и она вот работает на ограничение. Еще раз скажу, очень важный момент. Вот на это же работает система ваххабизма. Что такое ваххабизм? Это троцкизм в исламе. То есть о чем говорят последователи ваххаба? А ваххаб вообще он был один из идеологов ислама после Мухаммада. Он говорил, что надо за справедливость, надо ограничить себя, вот жить по Корану и так далее. Английский разведчик Лоуренс подделал это учение ваххаба под интересы мировой закулисы. И что сейчас делают, вообще говоря, ваххабиты-то? Они говорят, надо за справедливость, надо ограничивать себя малым, носить там одну одежду, питаться ни большим, ни пить, ни курить, хорошо работать. Народ их поддерживает. Они говорят, экспроприация, экспроприаторов, богатых не должно быть. То есть, вообще говорят, пламенные революционеры в исламском мире – это троцкисты. Значит, их используют. Они же не выходят на понимание глобальной политики. Поэтому они решают задачу ограничения потребления людьми материальных благ. А у нас-то благодаря вот этой позиции что было? Наши с вами отцы и деды в буднях великих строек строили Саяно-Шушенский ГЭС, да, Братский ГЭС, ЛЭП-500 непростая линия. Все это освоили, жизненное пространство, построили БАМ, значит, электростанции, линии электропередач. Освоили мощные пространства, а теперь это все переходит в руки мирового закулисья. Вот вам понимание глобальной политики. Но я что хотел сказать? Вот во время этого строительства, ведь посмотрите не художественные фильмы, а кинохронику тех лет. И вы увидите счастливые глаза счастливых людей. То есть они с радостью строили это будущее. Вот именно это и нужно глобализаторам, чтобы люди не понимали происходящее и работали с энтузиазмом на интересы мирового закулисья. А выполнив свою задачу, их убирают, потом новый период начинается, построение и так далее. Вот это и есть глобальная политика. Так что ваххабизм – это не просто там какие-то фанаты и так далее. Их подпитывают, поэтому Усама бен Ладен там и прочие все эти... Значит, у них денежки есть, они их хранят где надо. Все это управляемый процесс, их используют когда надо, их используют, значит, для терактов, то есть ими пугают, стращают, загоняют людей к фашизму через кого? Через исламских фундаменталистов. А если говорить ветхозаветный фундаментализм, вот то, что я процитировал в Второзаконии Исаия, представляете, какое там господство одних над другими? Это покруче исламского фундаментализма, ветхозаветный фундаментализм.